Давайте приготовим вкусный зефир из старого варенья. 250 грамм любого варенья пробиваем блендером. Теперь отдельно в сотейнике 150 миллилитров воды, 400 грамм сахара и 10 грамм агар-агара. У меня получилось 12, не оставила. Смешиваем, отставляем в сторону наше пюре. Добавляем белок одного яйца и ставим взбиваться. И теперь возвращаемся к смеси из воды, сахара и агар-агара. Ставим на плиту, помешиваем, доводим до кипения. А теперь смотрим на вот такие вот капельки. Из них должны тянуться такие ниточки. Если потянулась ниточка, значит сироп готов. И теперь его можно вливать в смесь. Вот она взбивается. Кипящую смесь добавляем аккуратно. Все теперь будет увеличиваться в объеме. Еще немножко взбиваем, секунд 30. Теперь это кладем в кондитерский мешок и отсаживаем в виде таких розочек. Оставляем потом на столе на 6 часов. Ну, потом посыпаем сахарной пудрой, соединяем и получаем вкусный зефир. Приятного!